очень красиво. Корпуса, которые имеют прямой выход на море, здесь расположены. Второй, третий этаж – это номера с джакузи. Первый этаж – это номера с бассейном на первом этаже. Так, ну давайте плавно двигаться дальше. Если захотите, остановите, паузу нажмете. Здесь расписана вся инфраструктура, нумерация стоит, очень удобная карта. Санаторий меня очень радует своим большим протяженным пляжем, своей ухоженностью. Территория удивительная, просторная, комфортная, все продумано. На каждом шагу стоят на пляже душ. Очень удобно, что посмотрите, расположение шезлонгов запасом, то есть не будет такого, что у вас на голове будут сидеть люди. Селедок здесь точно не будет, здесь абсолютно комфортно. С детками рекомендую отходить ближе к этой стороне, там будут большие такие тенты, масштабные навесы, также там плавный песчаный заход. В той стороне у нас остался заход в начале плиты, далее идет песочек, я уже показывала это в первом выпуске. А пока что давайте пройдем немножечко дальше, покажу детскую площадку. Которые имеют на первом этаже выход к собственному бассейну. И здесь очень удобно придумали зону тоже для тихого отдыха с такими вот лежачками, кроватями. Очень красиво, все ухожено, обратите внимание. Масштабная такая хорошая, классная день. Мы отдыхали практически всегда именно здесь. Здесь было как-то более тише. Ну и в то же время сюда подходили люди, которые отдыхали с детками. Что мне очень нравится. За вот этим небольшим забором из живой изгороди находится пляж без шезлонгов. Там вообще полное уединение. Вы можете туда прогуляться. Прямо вот туда за мыс. Там рядом никакого нет отеля. Инфраструктура полностью свободная, открытая. Вы можете там гулять, также нырять с масками. В этой части мы еще подошли к очередным корпусам. Дальше уже показывать их не буду. Также здесь есть туалет, который на пляже оборудован. Давайте немножечко пройдем вглубь территории и покажу вот главный ресторан. Также здесь есть бар. Посмотрите, несколько столиков. Здесь можно взять напитки, кофе здесь делают. Газировочку можете любую для себя взять. Тоже бар расположен возле пляжа. Те, кто не хочет идти с этой части береговой линии к тем барам, может вполне расположиться здесь. Очень также тихая здесь зона на первом этаже, кто берет номера. Посмотрите, какой классный бассейн. Немножечко еще не успели его почистить. Ночью был ветер сильный, нападала листва. Но в целом очень хорошо. С этой стороны не так обустроены вот эти вот террасы, да, но с этой стороны удобнее вход идет в этот бассейн. Не нужно дважды, ну, подниматься, опускаться. Лестничка сразу ведет в бассейн. Глубина этого бассейна 1,30 м, он не глубокий. Но удобно, что если утром просыпаетесь, вот как сейчас 6 утра, вы можете плавать вдоль бассейна. Да и в принципе вся инфраструктура, что мне нравится в этом отеле, достаточно компактная. Посмотрите, вот рядом уже главный бассейн. Чуть туда переходите, центральная часть территории отеля, все очень удобно. Я очень люблю отели компактные, как этот, но и в то же время разнообразные. Здесь есть несколько бассейнов, есть где расположиться уединение. Этот отель очень подходит для отдыха с детками. Посмотрите, здесь ровная территория, широкие такие аллеи, вы можете здесь гулять с колясками. Вот вечером выходите, когда уже приходит эта прохлада небольшая, и просто расслабляетесь. Вдоль моря можете гулять, дышать морем, оздоравливаться. С этой стороны хочу показать также, как обустроены душевые возле бассейна. Посмотрите, все продумано. Вот люблю отели, которые продумывают инфраструктуру для того, чтобы туристу было комфортно. Очень хорошо, когда есть такой плавный и пологий вход. То есть здесь небольшой перепад, маленькая ступенечка идет, и далее вход. Посмотрите, какого цвета бассейн. Бирюзовая вода. На фоне моря вы можете отдохнуть. Посмотрите, как красиво.
Все очень приятно. Для меня минусов в этом отеле только один минус я могу найти. Это цена, потому что средняя цена за двоих от 1200 на неделю. А в жаркий период, да, когда наступает сезон, и все начинают активно планировать отдых на море, еще дороже. Поэтому номер с джакузи может вообще доходить до 1500. А так, в целом, могу сказать, что к отелю придраться не к чему. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто отдыхал в этом отеле, у кого остались положительные эмоции от отеля, что вам понравилось, напишите, что вам не понравилось, потому что любая любая полезная критика, они, люди, должны знать, а многие читают комментарии, те, которые оставляют туристы, да, кто был в отелях, и для многих это очень полезная информация, поэтому не стесняйтесь, пишите, если есть какие-то вопросы, задавайте, на все вопросы всегда ответим. Предлагаю пройти еще по одной широкой аллее, которая у нас ведет к основному бассейну. Вечером здесь, вернее, ближе к обеду здесь включаются приятные водопады, появляется некий приятный шум воды. Что могу сказать из минусов еще, вот пока по ходу подошла, вспомнила. Вот эти крайние номера с выходом на бассейн, которые граничат вот именно с этой зоной, здесь очень шумная вентиляция. И всегда вот обращала внимание, когда людей селят сюда, ну тоже не очень приятно. Вы покупаете достаточно дорогой тур, вас селят возле этой вентиляции, поэтому не стесняйтесь всегда просить, чтобы номер заменили. Потому что, в общем-то, если есть свободные номера, я думаю, всегда вам пойдут навстречу и сделают замену. Корпуса отеля расположены как бы по кругу. Это очень удобно. В середине инфраструктура, бассейны, бары, так вот, как и в этой ситуации. Мы сейчас подходим к очередному бассейну. Посмотрите, очень красивый вид, когда в нем плаваешь. Обрывистый идет край, бассейн Infinity. И также возле этого бассейна есть бар. Очень красивый вид с этой площадки открывается на береговую линию. Поэтому приходите, наслаждайтесь, отдыхайте. Также мы плавно уже подошли к территории главного ресторана. Вы можете в главном ресторане отдохнуть как снаружи, так и внутри. Это очень удобно, потому что внутри бывает сильно включают кондиционеры, а вечером иногда хочется посидеть вот в такой приятной зоне. Посмотрите, сейчас покажу еще с этой стороны. Очень приятная зона с видом на бассейны, и там вдалеке, ну, моря не видно, но мы знаем, что оно там есть, да, как говорится. Также есть детские стульчики, все оборудовано. Из минусов, возможно, я сказала, что иногда в ресторане бывает шумно, когда вы приходите в разгар, да, и когда много деток, немножечко бывает дискомфортно. Но в целом всегда можно уединиться. Есть диванчики, есть столики. Со стороны вот левее немножечко, там вообще можно расположиться очень-очень уютно. Что мне еще нравится, что меня еще привлекает, инфраструктуру придумали с изюминка. Вечером здесь красивая подсветка, вода включается, очень-очень классно. Здесь вечером также включается фонтан. Мы плавно подошли к главному ресепшену. Можно подняться по ступенечкам, как я говорила, либо чуть дальше, там работает лифт. С этой стороны у нас также территория бассейна с оборудованным душиком. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Очень тихо. Я, конечно, понимаю, что сейчас раннее утро, где-то 6:30. Но в целом, те, кто хочет отдохнуть и расслабиться в бассейне в тишине, именно утром рекомендую вставать, пока еще нет этой жары. Сегодня ветерок такой вот приятный, освежающий. Видно, что по водичке идет рябь. В целом могу рекомендовать этот отель, конечно же, для тех, кто хочет... И вкусное питание. Здесь очень вкусные сыры дают, вкусное вино. Вот, может быть, не настолько большое разнообразие мясных блюд, но за счет того, что здесь
приятная территория, очень хороший сервис, внимательный. Я могу сказать, что небольшие недочеты в разнообразии питания здесь выходит так, что вы их здесь прощаете. Поэтому редко кто пишет плохие отзывы, кто плохо отзывается в этом отеле. Поэтому, возможно, с каждым годом потихонечку цена ползет. Мы были в этом отеле в свое время за $1000 на 7 ночей, и для нас казалось, это удачная цена. Сейчас такой цены, ну, практически нереально найти. Хотела также оговорить, что на втором этаже есть бар, где вы можете расслабиться, там очень красивые виды открываются на море. Что мне еще нравится, посмотрите расположение корпусов. Они максимально все развернуты к морю, то есть достаточно большое количество идет удачных развернутых к морю номеров. Но все же это все будет озвучено. Эти номера называются Sea View с видом на море. Есть номера, их также много, с видом на сад. Таким образом, вы когда выбираете путевку, если вы все же хотите вид на море, то иногда стоит переплатить и наслаждаться красивыми видами. Хочу еще с этой стороны показать этот бассейн с Infinity, вот видите, с обрывом, очень классно. С той стороны, когда приплываешь, видно море, очень красиво. Могу также отметить бонус этого отеля, приятный, да, что все номера, в общем-то, находятся близко к морю, поскольку отель расположен в виде чаши, то нет такого, когда территории вытянуты слишком. И когда вы идете с самого дальнего корпуса, складывается ощущение, что вы идете как будто как со второй линии. Здесь такого нет. Здесь все номера имеют примерно одинаковое расстояние к морю. И это очень радует, потому что если вы приезжаете с детками в летний период, особенно когда очень жарко, вам не нужно преодолевать большие расстояния, чтобы дойти к морю, от моря к ресторану. Здесь все очень рядышком, все в пешей доступности, не нужно подъезжать ни на каких автобусах. Поэтому для меня это также огромный плюс. Территория вроде бы компактная, но не чересчур. Поэтому плюсик к этому отелю за все его бонусы. Кому был полезен этот выпуск у отеля Coral Sea Sensatoria, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть вопросы, задавайте, на все вопросы, конечно же, ответим. Всех целую. С вами был канал Quest Voyage, Наталья Андрей. Всем пока-пока, до новой встречи.